Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древней мегалитической Италии, о таком археологическом месте, как Альба. Чем оно меня заинтересовало? Еще скажу, что это видео будет как продолжение цикла моих видео о мегалитической Италии. Я уже снял как минимум несколько видео на эту тему. Если память не изменяет, вроде бы 3. И это будет продолжение этой же темы о мегалитической Италии. Якобы это строение этрусков, либо до этрусков. И они там... Такие полигональная кладка, циклопические блоки, и есть ниши, которые очень напоминают перуанские ниши древнего Перу. Одни ростом как человека, высотой с человека на всю высоту, и они находятся в таких циклопических мегалитических стенах. Все остальное дальше об этой Альбе вы видите дальше в видео, я покажу более подробную информацию. Единственное, еще раз повторю, что очень напоминает такие древние структуры, как Писак в Перу, как Тараваси в Перу, как... по-моему, Чинченеру. Я то по памяти не помню, я текстом более подробно напишу видео, чем оно напоминает. Ну вот Тараваси 100%, такие же вот... такие же гигантские ниши в полигональной стене. И вот очень странное сходство, что в Перу, что в Альбе, что в Таравасе, что в Альбе. Все остальное по этой Альбе вы видите дальше в видео. Я покажу более подробную информацию и официальную информацию. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.